Новые символы Калининграда, сказочные хомлины, претендуют затмить собой философа Канта и солнечный янтарь. В это трудно поверить, но хранителей города становится все больше. Их семья разрастается, и место жительства персонажей не случайны. Прямо сейчас предлагаем познакомиться вам с новым членом большой семьи хомлинов. Боже мой, я же такая умная в жизни, красивая, такие идеи красивые говорю, а вот в день установки не могу связать двух слов. Мама хомлинов Наталья Шевченко шла к этому моменту 3 года, и вот теперь вся семья хомлинов в сборе. Жители Калининграда как минимум слышали о них, а многие просто встречают их на улице. За последнее время они стали настоящими хранителями Калининграда. Но гости города не устают задавать вопрос, кто же они такие, эти загадочные хомлины. Хомлины – это маленькие сказочные персонажи, которые тысячелетия живут на берегу Балтийского моря и мечтают найти свой домик. Тысячелетия они живут благодаря работе с янтарем. А домик им все никак не удается найти, но это их самая большая мечта. Поэтому они называются хомлины от слова «дом». Дом – это их мечта, своего домика у хомлинов нет. Двое последних из сказочного семейства уже заняли свои законные места, и теперь жители районов Амалинау и башни Врангеля под присмотром. Но сказка еще не завершена. Всю вот эту вот историю мы раскроем, наверное, ближе к Новому году выпуском маленькой книжечки с историей хомлинов, которую мы не могли выпустить, пока их всех не было 7 в городе. Персонажи войдут в список маршруты сказочной карты России наравне с родиной Снегурочки и Ивана Царевича. Денис Кюнекшверт, Александра Каптур, служба новостей «Город».